Это лишь немногие команды, которые должна знать служебная собака. Сейчас она ищет поддельную взрывчатку, а приходилось искать и настоящую. Служить в полиции сложно, но всегда есть преимущества. О них и рассказали сотрудники управления МВД России в Химках студентам юридических факультетов. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы молодежь видела, как работает полиция. И также считаем, что это может способствовать агитации при поступлении к дальнейшему на службу в органы внутренних дел. Акция «Студенческий десант» проходит уже не первый год. Ребят знакомят с работой полицейских и рассказывают о буднях стражей порядка. В этот раз показали, как установить личность преступника с помощью отпечатков пальцев. Творческая личность перед нами. Чем ты таким занимаешься, может? Театр, там, рисуешь, ну вот. Ну, диагностические признаки на узоре позволяют сказать с долей вероятности в 70%, чем занимается человек. Также провели разборку и сборку пистолета Макарова, не забыв напомнить, ношение формы еще больше увеличивает ответственность. Студенты первого и второго курсов были особенно активны. Ну, они полезны в любом случае, чтобы, если ты в дальнейшем хочешь где-то развиваться. Это в любом случае будет новая информация, полезная практика на будущее. Я думал либо на следователя, либо на уполномоченного дальше, но время покажет. Организаторы говорят, после такого погружения немало людей пополнят ряды сотрудников внутренних дел. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.